Сегодня у нас тут ремонтируют. Это 24 мая. Он говорит, в доме-то терпин, сюда поливик заходит, а там терпин. Хотели перекинуть нас, платить там другой организации. А я в телекоме, привык у них. Обслуживают всегда хорошо, я не пошел. Какая-то ККК. Пользуясь случаем, привет. Сейчас. Кого тут сосватали было нас, какие-то кабель проводят, вот рядом это. А не, ну это другая организация пошел, это не телеком. Ву, я говорю, не надо. Понятно. Я привык уже с вами, тут всегда вовремя приходят и... Никогда жалоб нету. У меня с заказчиком все дело. Остановилось 3 дня. А материал огромный. Ну вот говорили, спрашивали, как все делается. Ну вот, приехали. Смотрят, у них машина. Это все осматривает. Надо к вам домой идти посмотреть. Здесь все вроде нормально, мы тут переделали. Пойдемте на модем, посмотрим там еще в доме. Пойдем. Собак нет у вас? Да. В доме вчера они смотрели, все осмотрел, там все абсолютно нормально. Ну, нам проверить надо. Надо до конца. Он все выдергивал, там сейчас я скажу, чтобы хозяйка вышла. Ну-ка, выходи быстрее там. Вчера пришли мастера. Возьми там все, заходи. Так, все, можно заходить. Вот сюда заходите. Я тут расстелил вам для ног, чтобы пройти. О, можно закрыть. Посмотрите. Тут-то есть свет? Это вон в окно, вот это первое окно. Нет, вон первое. Сверху. Да. Так, где присоединяется? А вот она, вон видать. Она намертво прикручена, не выдергивается. Да. Пожалуйста. Где-то с той стороны, что? Да, где-то с той стороны. А вот она идет, идет. Там не видно ни хера. Давай тут замерим. Есть. Там есть? На розетке. Есть у него курс? Так. А, ну тут напрямую поставим. Ну давай. Так. Пошли сюда, пошли домой. Кс-кс. Быстро, заходи. Ну-ка. Вышла в стенке. Какая? Все проверяют. Там может на розетке. Вон там мастер, там мастер был, он там что-то лазил в самом. Никто там не задевает, там мертво стоит, не колеблется. Не, понятно, что мертво. Вот 3 дня она назад у меня перестала. Записывает прям крошки. Это вот даже сейчас управление взял, там один из компаний какой-то. А-а-а. И отсюда там смотрит, как, почему у меня так. Ну, наверное, ушел он уже. Полик заходит туда, вверх. А это там где-то идет, скорее всего, ЦРП. Ну, вот это ж не присоединяется. И притом они поставили, они не так давно его, месяца два назад, модем новый. И он так, если я его выключу, все, утром я не могу его включить. Но вы его не выключаете? Ну, не выключаю его совсем. Никак, не берет и все. Так, встаньте куда-нибудь в стороночку, там, побудьте пока.
Так, мне надо это сейчас уберу я вот этот. Обстрел 280. Ну, это контакт плохой. Это соединение и плохой. Что у меня кошка не выскочила только. Да, это подергивается, посмотришь. Кто? Да вот, он идет на розетку. Выключай, дергивай. Он там внутри напрямую подергивает. Саму розетку. Конечно. Да. Так, ну а документы тоже все нужны. Ты там сейчас, да? Блин. Откусывает здесь окно. Вот ты там все, там, а там долго это делать, нет? Ладно, сейчас я позвоню. Очищаю. Так, теперь мне надо срочно в ФЦ. Тут на ползунова. Угу. Посмотришь? Вот здесь надо. Замерить. Что, пешком пойдешь? Доеду. Наставим нам документы. Так, ладно, полетел. Посмотришь? И сейчас постараюсь быстро.
У вас телефон-то есть? Здравствуйте, Жученко Перецепь. ШПД мне, пожалуйста, померите. 24, 38, 46.
Ну это на коробке так. Мне апстрим волнует. Там 260 апстрим был. А сейчас... А апстрим какой? Так, вы телефоном попользуетесь? Так, модем. Универсальный сплиттер. Аникс, Аникс, Б. Аникс, Аникс, Б. Так, вот и все. Каких целей снимаете? Вы сегодня вечером придете, ваша посмотрит, как вы работаете. А я вам дам свою визиточку на наш канал. Что за канал? У нас очень большие ресурсы. Что за канал-то? Как называется канал? Слуг Его выпадет? Нет? Так, разрешите вам в карман положите себе. Там на обратной стороне все есть. Понятно. Если Бог даст, будет работать, тогда все хорошо. Куда он денется? Куда он денется? Я вот здесь увидел, мигают не 4, а 5. 5 никогда не было, да, еще помигало маленько. Сядьте там, посидите пока.
Шевченко, первый цех. ШПД померите, пожалуйста. 24, 38, 46. Вот апстрим поднялся, вот. Тут уже с коробки такие же, да. Тут сплиттер просто был, он универсальный, он почему-то на Б был переключен, на бишный. Я его переключил на ажный, и все, и пошло. Апстрим вообще 260 апстрим был. Сейчас 1200, да, на максималке. Ну все, в работу. Все параметры такие же, как на коробке. Просто сплиттер был. Сплиттер универсальный стоит. Нет, он просто универсальный стоит. Там переключатель с А на Б. Просто на Б был переключен, а все данные на ашный, тут ашные данные. Я переключил на ашный сплиттер, и все, он заработал. Все, пока. Ну все, пробуйте. Хорошо. А от вас никакой не будет там квитанции, что вы были, другим показать, нет? Кому как? Еще показать? Ничего не надо показывать. Ничего не надо, да? Нет. А то были, говорит, не были. Слава Богу, будем пробовать. Давайте, пробуйте. Ну, спаси Христос. Куда-нибудь зайдите или что? Некогда сейчас посмотреть. Вы хотите, чтобы сейчас попробовал? Да. Сейчас. В YouTube хоть там где-нибудь зайдите, чтобы видео посмотреть. И грузится, нет? Сейчас работает. Я маленько даже заряжу что-нибудь. Так. Это мне надо закрыть все. Таймер не нужен. Сейчас посмотрю, что загрузка как шла, закончилась. Нет. Ага, голуби. Я ее сейчас толкну. Куда толкнуть? На перекачку. Ага. А там должно все работать. Вообще. Мне заказчика самый главный вопрос, что не решается. Угу. Вот теперь, что у меня тут есть? А вот, что общего у Путина с Зеленским? Я его как раз и поставлю. Это просят ответить на такие вопросы. Сейчас я зайду. Вот общее есть теперь непосредственно. Давай. Видео какое-нибудь включите, будет видео идти, нет? А? Видео какое-нибудь включите, будет видео идти? Обязательно. Так, теперь мне нужно войти. Посмотрим, как, что вообще, вот она где. Угу. Теперь я его завожу. Все, заказчика началась. Звонит вам? Брать? Конечно. Да? Добрый. Ну, кто я? Игнатий Тихонович Лапкин. Так вот, у меня мастера, тут они сейчас, сейчас пробуем мы. Ну, прямо я смотрю сейчас, как начинается загрузка, пока на нуле стоит. Ну, судя по тому, как вот мелькает там второй, я так, это необразованный, так, она безостановно сейчас как должна мигать, а то она все время тормозила. Ну, один ролик 670 мегабайт, 18 часов закачивает, а куда это? Ну, апстрима не было. Вот. Ну, тут, похоже, все заработало. Ну, вот уже 1% закинуло тут этой, ну, которую я ставлю, файл тут один. Очень важный политический. Что общего у Путина с Зеленским? Тут вопросы отвечать приходится, со всего мира вопросы идут. Вот, я стою работать, начинаю где-то несколько минут, 2 часа ночи. Самое так удобное время. Вот. Ну, она устанавливается сейчас. Сейчас, если цифра на двойку перекинуть, я вам отвечу точно, что пошло как надо. Вроде бы небольшая, но еще сейчас 43 минуты надо. Она, видите, устанавливается. Сейчас она устоится. Вот этот процент сдвинется с места.
Главное, что необходимо мне, чтобы закачка работала. Все, 2%. Пошло. Ну, видимо, по-другому нельзя. Раз телефон, это же не кабель какой-то. Вот с такой скоростью, ну, значит, больше нельзя. Ну, работает, все крутится, все мигает, как есть. А что они больше могут сделать, если не кабельные, как говорят здесь, а телефонные это? Я пошел, тут какая-то организация, они назвали себя по буквам ТТК. Я пошел туда. Они, оказывается, это не телеком. Я говорю, о, нет, я уже привык с телекомом. Всегда приходят и, ну, как-то поперлись тут мы с ними. Мы очень благодарны вам, что вы откликаетесь. Весной телефон не работал, какие-то цифры переменили. Только позвонили, сразу сделали. Что-то там нажали у себя. Да спаси Христос. Да поможет и благословит вас Господь. Мы не игру играем здесь с Богом. Все, она приняла. Ага, все. Ну, с Богом. Спаси Христос. Так. Хорошо, подожди-ка. Можете сейчас пойти. Все, они пошли. Так, все. Так, я сейчас ухожу. Мне догнать надо их. Выключайте свет и ступайте с Богом. Вот так, берут лестницу. Пошли. Визиточка наша, возьмите себе, вечером увидите себя, на наш канал зайдете. Вам будет очень приятно, я поблагодарил Бога за вас. Все, слава Христу. Видишь, как работают. Пошли. Аварийная связь. Ну все нормально, хорошо. Да благословит Господь их. Это сегодня 24-е. Слава Христу! Вот так. Это у нас вот вход в храм. Крест. Идите, проповедуйте Евангелие, ходили, благовествовали. Главная радость мира – это благовестие, что Христос умер за нас. И мы вот на своих ресурсах все это смотрим. Это вот после суда, когда я освободился за дело Божие. И реабилитирован был, судились 11 лет. И наконец мне вот прямо в центральном районе, Акалааби, место чудесное. Ну, видно, что даже вот цветут тут деревья. Какая елка у меня тут. Не садил я, это дали. Но тут ребятишкам 4. Сейчас я покажу даже здание, в котором был краевой суд. Это такая береза шикарная. А вот это тут у нас какие-то, видимо, ранеточки распустились. Вот. А то соседа вторая. Не видно. Надо выйти на улицу.
показать суд краевой, где был, где меня судили. О, закрыло все. Вот за этим зданием, за углом, вот здесь вот маленечко там просвечивает. Это краевой суд был. Ну и нету. Хотел показать красное. Одному золотопромышленнику принадлежал. Видать, отняли все это у него. А тут у меня голуби. Свой Шарикова вспомнишь. Что сравнить? Коты и слоны. Вот они у меня. Целыми днями они перед глазами летают. Только выйду, они все за мной кучей летят. Я им семечками прикормил их. И Володя показал. Сейчас ролик закачиваем о голубях. Посчитал, сколько там. И какие вороны начали таскать. Не ястреба, а вороны. Как будто бы не было такого. Прям видел, вторую голубку отобрал, но не видать где-то. Глаз выклевала и ворона, а другую разодрала. Ворона. Ворона — это хищная птица, выходится. Вот оно где сидят. А вот и кошечки мои, охранницы. Две там сидят, а одна здесь. Прикармливаем их. Ну все тогда. Будем пробовать.